сегодня 19 апреля 2021 года. Снимаю стройку, транспортно-пересадочный узел, строящийся возле станции метро Селигерская на севере города Москвы, столица. Вот так на сегодня. Вот так выглядит стройка. Три этажа. С этой стороны люди работают. Сегодня понедельник. Рабочий день. Три этажа. С этой стороны чуть меньше, с этой стороны. И нулевой цикл с этой стороны. Метро у нас как с этой стороны, так и вот здесь. Два выхода из торгового центра, который будет вот здесь. Или автовокзала, который будет здесь. Будет вход в метро. Так как нам обещают. Так написано в информации, я прочитала. Для удобства людям. Да, вот такая стройка, такой объект у нас на севере. Города Москвы, столица. Это у нас Коровинское шоссе. Там в Дмитровской шоссе застройка. Все это Бескудниковский район. Я снимаю из района Западной Дегунина. Давайте посмотрим вдаль. Сейчас эту стройку поснимаю отдельно. Дом по реновации. Да, север города Москвы, столица у нас. До центра 14, до области 5. Очень интересное место у нас здесь. Thank you.
три этажа, будет всего четыре этажа. Четырехэтажно красивое здание нам обещают. С торговым центром и автовокзалом междугородним. Да, хочется запечатлеть это место, очень изменившееся. Здесь раньше вообще ничего не было. А сейчас и метро, и торговый центр будет очень хорошо. Мне нравится наше место. Давно живу здесь. Мне нравится. Я жила еще в двух местах на юге Москвы. Вот мне нравится здесь более. Больше нравится, чем там. Здесь интереснее место. В этом году я съезжу. Те два места, где я жила, обязательно поснимаю. В этом году будет 50 лет, как я живу и работаю. С сентября 1971 года я живу и работаю в городе Москве, в столице. Мне вообще все дорого. И центр Москвы, и где жила. А сейчас я живу здесь. Мне нравится это место. С нашим метро. Сейчас с 18-го года. Здесь развилка двух шоссе, Дмитровского и Коровинского. И с транспортной доступностью у нас очень хорошо. И еще лучше стало. С станции метро Селигерской. И далее метро строится. Вот здесь. Зеленые дома. Там станция метро 803 улица, 803 Москвы. Строится вот здесь, с правой стороны. И еще две будет. Вот так хорошо у нас становится на севере города Москвы, столица. Все лучше и лучше. Только зелени меньше. Сейчас я поснимаю наш двор с березкой. Наш парк Федорова вот здесь, который закрывают. Видно на парк. На парк есть вот этот парк имени Федорова. Район изменился. Новые дома, а стояли пятиэтажные дома. Так же, как вот здесь стоят еще пока пятиэтажные, все снесут. И будут отстроены вот такие высокие дома. Дома по реновации. Прилетели из пятиэтажных домов. Ну и коммерческие дома будут строиться. Да, а здесь, в этом месте, строится транспересадочный узел. И называться будет Селигерская. С
автовокзалом. Увидим, что получится в 23-м году. Открыт в 1923 году. А сегодня 19 апреля 2021 года. Совсем скоро откроется. И будет у нас еще лучше. На севере города Москвы, столица. Да, хорошо.